И снова дождь. На работе когда? Жара. Погода отличная, солнце светит вовсю. Как на рыбалку приезжать, как выходной, так сразу начинается. Дожди, грозы, ветер. Ну, что сделать? Выходных все равно меньше, чем рабочих дней. Приходится ехать в такую погоду. Река Битюх. Сегодня 17 августа. Дождик, и вот пока что-то ничего не клюет. Тесть уже поймал рыбу. Вот. Небольшая щучка на спиннинг. У меня пока на улице вообще безрезультатно. Рыба вроде гуляет. Но пока не клюет. Вроде просветы появились. Может быть, что-то еще сегодня клюнет? Кроме щуки, конечно. Но пока очень тихо. Ни поклевок, ничего. Попробовать донку забросить, да тут травы слишком много. Даже не знаю, стоит ли это делать. Хорошо. Как всегда, не клюет. Не, ну сегодня совсем не клюет. Кроме щуренка, который поймал. Тесть. Ну, погода сегодня мутная. То солнце выйдет, то зайдет, то становится жарко, то душно, то сейчас опять вот на дождь больше. Поэтому поклевок вообще нет. Вот две очень мелких плотвички я поймал и все отпустил, и все.